Джошуа, сейчас мне интересен Уайлдер, а не Поветкин. 10 апреля 2018 года, 10 часов 40 минут, бокс, ММА, профессионалы, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, Супер, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что его не интересует бой с официальным претендентом на его пояса, экс-чемпионом мира по версии WBA регуляр Александром Поветкиным, а он хочет сразиться с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером. Сейчас мне интересен Уайлдер, а не Поветкин. При этом я не хочу терять свой пояс и просто рассчитываю, что обязательную защиту с Александром удастся перенести на вторую половину 2018 года. Деонтей жаловался, что я бегаю от него, но это не так, и сейчас я сосредоточен на получении боя с ним, сказал Джошуа. Боксингсин, источник Боксингсин, сообщить об ошибке, комментарии 0.10 апреля 2018 года, 9 апреля 2018 года, 8 апреля 2018 года.